Всем привет, друзья, с вами Назар. Продолжаем играть за Гессен в Европу 4. Итак, мы завершали войну против Испании, взяли тут Леону, территорию, Португалии одну, провинцию, и нужно было взять еще Флориде, но я, как всегда, забыл. Ну, в общем, не страшно. Да, получилась у нас новая колониальная нация, Калифорния. Португалия стала вассалом, в общем, коалиция не распадается, разве что Милан вышел только один. Вот, папик еще не хочет, еще там 89, еще много. И есть вот такая неплохая возможность повоевать против Бургундии. Войск у нее, я так понимаю, уже нету. Тут папа и Франция вовсю развлекаются. Потому я решил, наверное, что будем объявлять им, конечно, отдать провинции Генегау, отдадим Трир. Тут вообще развитие 40, это космос, просто космос. Возможно, возьмем его себе, но там опять пойдет такая агрессивка, такая, что просто вы себе не представляете. Так, на Скандинавию только единичка агрессивки пошла, так что нормально. Тут они не будут с нами рвать, я думаю, союз. Останутся с нами, да, пойдет много на Францию, на Британию, вот, на Швейцарию, Британь. Но после этой войны нам вообще ни против кого не получится повоевать. Жаль, конечно. Хотя, стоп. Что если объявлять войну? Не, ну. Если объявлять войну вот этим всяким Мексикам и там дальше, то призываются только союзники, а те, кто вступил в коалицию, не призываются, насколько я понимаю. Тут только союзники, да. Вон папа. И все. Больше никого там в союзниках нету. А против Франции, если объявить войну, Неаполь вступит. Не, Неаполь это не вариант, это никак не вариант. Это вообще не вариант. Сам Неаполь, конечно, слабак, но вот Литва это плохо. Это очень-очень плохо. Это пипец как плохо. Ну ладно, пока что воюем против Бургундии. Милан не хочет, это хорошо. Тут что-то брать, особой разницы нету. И можно разве что на Трир сфабриковать претензию. Тайные операции сфабриковать, чтобы было хоть немножко дешевле. Можно его просто-напросто не брать. Либо вообще отдать Пфальцу. Пфальц я, конечно, начал аннексировать. Но не знаю, сколько оно завершится. В 2015 году 5 лет. Но за 5 лет, я думаю, они сделают здесь щиток свой. Да, давайте, наверное, чтоб Фальцу отдадим. Не знаю, короче, посмотрим. Ладно, не буду пока что делать претензию. Объявляем войну. И тут сразу стараемся занять эти крепости. Вот. Так, здесь генерал нам не нужен. Генерала поставим сюда. Так, это давай сюда пока что топай. Ну, кстати, четвертый уровень крепости как выглядит. Кому интересно. Так, давай заходим. Отступает. Пусть отступает. Можно поставить, правда. Можно и не ставить. Тут генерала собираем. Тут ставим. А, второй еще генерал можно поставить. У него есть
Нет, у него нету. На осаду. Так что, попаем сюда. Бургундский. Тут какой-то полк передвигается. Так, посмотрим, что здесь. Швейцария просит проход. Меминген просит проходы. Да и всем. Хоть немножко будут нас любить. Так, а кто воюет? Милан и Бургундия. Это Бургундия здесь заняла. Ну, против Милана и Бургундии я тут вижу такая компания собралась нехилая. Вся Европа, короче говоря. Все пытаются урвать кусочек. Ага. Так, тут французы уже пробуют урывать кусочек. Мы на всякий случай встанем, там будем стоять просто. Вдруг они отступят. Правда, вряд ли им никуда тут отступать. Но главное, что здесь заняли провы, которые им нужно будет взять. Было бы, знаете, что прикольно, если бы Франция завассалила, и мы бы вступили в войну против Франции и папы. Но этого не будет. Правда, мы там выгребем очень сильно от такой войны. И Пфальц. Ну, конечно, не факт, что Пфальц захочет брать эту территорию. Так, революционеры. Ага, сразу. Ну, конечно. Конечно, сразу двух. В одной провинции две армии. Еще 115 дисциплины у них. Да, неплохо. А что там у нас, кстати, по военных традициях? Военные традиции 53. Давайте возьмем генерала. Бляха, ну что это такое? Ну давайте еще одну. Ой, капец. Ну, лучше вот этот пусть будет. Всего понемножку. Он что так не везет, а? Что ж так нам не везет? Так, с кем будем улучшать отношения? Швейцария тут особо ничего не добьемся. Давайте Британь. Так, тут они отдают папику, французы, территории. Тут, кстати, французы свалили. О, все, закончилась война. И чем она закончилась, непонятно. Так, нужно Бургундию поставить звездочку. На Франции стоит вроде бы. Стоит. Папик не стоит, а нужно бы. Нужно. Так, кто? Трир. Трир хочет. Мир. Так, с Португалией можно вернуть пока что. Ага, и тут нам придется забирать эти провы. У нас тут есть забиратели. Больше здесь нету никаких крепостей. Это радует. Так, мы больше всего мехами торгуем. Престиж будет нам немножко расти. Ой-ой-ой, пошел паровозик, который терпеть не могу. Эх, не успели. Немножко не успели.
Окей. Разделяемся. Земцы атакуют. Отозвать дипломата. Силезия вроде бы вассал теперь Венгрии, да. Мы ее освободили от Венгрии, она теперь стала вассалом. Наверное, что по, ну, по собственному желанию колонизировать, бла-бла-бла. О, заключение мира Бургундия. Ну, короче, только денежку забрали. Но они Милан тут попилят очень сильно, я это знаю, знаю. Симуляция, сотка туземцев. Супер. Так, ты давай. А нельзя. Ух ты. Вот так. Ой, два свободных дипломата. Один отправится. О, Скандинавия уже сердечко. Значит, они смогут нам помочь, если что, в какой-то войне. Так, Венгрия. Все очень плохо. Тут все улучшено. Заключение мира. Так, одну швейцарам отдает. Отказывается от претензий. И все. И еще. Окей. Так, Мимминген. Ты, конечно, крутой чувак, но я бы хотел тебя вывести из этой войны, чтобы ты не кушал Милан так сильно. Артуа мы взяли. Пикардию нужно брать. И вот эту пробку. За гипермирие, империализм, гипермирие. Можно и Каталонию вассалить, там можно кого угодно вассалить. Богемия воюет против России. Скандинавские завоевания. Скандинавия, Пруссия, Богемия, Бухара и Ногайцы. Одна Россия, понятно. Исход этой войны понятен уже. Так, у меня есть огромное количество очков. Берем вот эту. Контора. Можно строить. Берем вот эту. Берем или не берем? 460. Нет, не берем. Тут тоже мы не будем брать. Мы вложим опять очечки в развитие. Баден. Если так сделаю, и вот так. Так. Вот. Конечно, нужно смотреть, где там. Вот, например, Корнвелл. Не особо нужно было этого делать. Нужно смотреть, короче говоря, где есть огромное количество рекрутов. Например, Гольштейн. 3000. Вот, например, Берлин. И вот в таких пробах улучшать, вкладывать эти очки. Мне, конечно же, лень это делать. Так, Шотландия, у тебя нормальные отношения. Леон нормальные. Давайте отправим обратно в Португалию. Он где-то там работал некоторое время. Тут бесполезно. Швейцария. Плюс 30 там будет. Тоже не особо полезно. Так, Францию я поставил, кстати, своим соперникам. Литва в минусах. Неаполь. Можно, давайте. С Неаполем, что ли. Может, даже засоюзимся. Посмотрим. Так, тут они хотят взять, но и они это не сделают. Тут, кстати, тоже можно отключить. Так, давай, сколько же Пикардию нужно брать. У меня тут есть где-то флотик. Флотик. Вот он. Садим на... и сюда.
40 тысяч собирает армию наши вассалы. Это неплохо, неплохо. И еще что хотел бы я Чикасу. Чикасу. Ага, еще есть перемирие. Так. Чик, чик. Вот эти две нужно забрать. То никак руки не дойдут. Требования для представителей. Админка минус. Местные беспорядки на 2 года. Окей. Ходит такой оравый огромный. Польша, Польша. Чтобы тебе отдать. А если я объявлю войну Литве, то призовется и Неаполь, и призовутся его союзники Скандинавия и Франция. Такого не получится. Да, закрутила, завертела в этой партии и личные унии, и союзы, и агрессивка. Все, что не делай, везде тебе вставляют палки в колеса. Ух ты, захватили один кораблик. Крутяк. Так, транспорт. Сюда. Ага, Пикардия захвачена. Ну, можно пытаться уже помириться. Только дождемся. Все, захватили полностью страну, считайте. Советников тут поменял, поставил на снижение инфляции. Пусть побудет, почему бы и нет. Так, ага, Трир. Давайте сначала с Триром. Если я отдам это... Да, согласен. Агрессивка идет, небольшая, но идет. Религию мне сразу смени, вот как раз 100%. Это очень-очень, ребята, хорошо, потому что тут, бляха-муха, 40. Развитие, это же пипец. Откуда столько? Так, я надеюсь, им хватит. Административных очков, чтобы здесь 250 им где-то примерно. Так, для меня 250, для них там будет немножко, возможно, по-другому. Так, Бургундия, Бургундия, сейчас. Так, это Гинигау. Это Гинигау. Это Гинигау. Люксембурга, нет, Люксембург брать не будем, это уже будет слишком нагло с нашей стороны. То, что сейчас делаем, это и так. Хотя тут вообще копейки идут. Ну нет, 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 Бургундию мы не будем сильно. Сильно-сильно ее унижать. 146. Блин. Было бы отлично, если бы было 100. Потом 12, 12, 10. Это у нас получается 30 с чем-то. Вот так получилось. Ну ладно, не будем, не будем. Берем вот так. Ты агрессивки наберешься, а потом не знаешь, что с ним делать. Отказ от претензий. Давай-ка ты откажешься. Претензии на нашей территории. Репарации брать не будем, деньги тоже брать не будем. Договор с Миланом пусть побудет у тебя. Все, отправляем трибуны. Пошлины не надо. О, Кингау теперь красивый. Ну, осталось забрать тут ее щитковые две провы от французов. Правда, как это сделать? Агрессивка 180, ёшкин кот. Британь, агрессивка 117, понятно. Ну, в общем, теперь, ребята, нужно ждать лет 20, наверное. Может и больше, чтобы оно все поспадало.
что эта коалиция начала разваливаться. Ну, а тем временем мы, наверное, повоюем. Или не повоюем против Великобритании. Наверное, что повоюем. Правда, это будет поддержать национализм. Ага. Война за независимость, если они захотят. Вот Британии, да? И они, походу, и хотят. Как посмотреть? Так, и... Не-не. Британии хотят? Нет, у них нормальное мнение. Это не факт, что они захотят вообще. Это брать... Так, давайте прикинем, если мы объявляем войну британской колонии. Только не знаю, что брать. Да нет. 75-175. А так. 25 агрессивки. 50. Все соседние колонии, да? Так, 75 за все провинции. Наверное, через империализм. Просто, если забрать колонию, я не уверен, что можно будет взять провинции в метрополии. Так что лучше не рисковать. Так, придется нам воевать против Великобритании и против Папской области. В Великобритании сейчас посмотрим, сколько у них там войск стоит в Лондоне. Ага, в Лондоне вообще никого не стоит. Прекрасно. А здесь? У папы есть много войск, но нету совершенно рекордов. 90 тысяч, то есть это 3 наших армии. Нужно будет оставить. Польша один брак. Хорошо. Каталония вступает в коалицию. Ну, еще Испания вступит по-любому. У них там войск нету совершенно. Бургундия вступит. А может и не вступит. Пока закончится перемирие, возможно, тут агрессивка уже упадет до низких показателей. Так, с Богемией можно будет улучшить отношения. Валахия и... Валахия? Валахия союз только с Богемией. О, ребята. Можно будет повоевать против Богемии и забрать себе Дрезден, который нам как раз таки нужен. Или союз Богемия. Потому что тут, хотя, война против Молдавии, да? А, тут сам на сам как-то они воюют. Странно. Странно. Объявить войну. Богемия вступается. Ну, разве что вот так. Я думаю, это неплохой шанс. Так что война против Великобритании откладывается пока что. Вот видите, Европа, она такая игра, что тут то одно, то второе. И оно все вот так меняется. Но нужно объявлять войну уже. Потому что там вот возьмет Молдавию эту провинцию, и Валахии не станет. Так, включаем соседние крепости, чтобы враг не мог тут передвигаться себя просто так, и объявляем сразу войну. Так, тут войска направим ближе к линии фронта. Так, эти два пусть идут сюда. Ага, сюда пусть идут. Так, ты тоже направляйся сюда.
Богемия с кем-то еще воюет против России. Возможно, она ввела куда-то свои войска. Вполне возможно. В Руси сколько войск? Ого-го-го. 45 где-то тысяч. Примерно. Да. Много-много. Вот генералы. Генералы. Вот осадный пусть у нас будет. Пусть у нас будет вот этот генерал. И тут пусть будет вот этот. Все. Главное, чтобы эта война не исчезла. Хотя не факт, что она исчезнет. Но скоро и скандинавы будут согласны на помощь всякую разную. Так, Богемия. Ну. Форты включились. Ах, не могу. Не могу. Ну, ты, значит, будешь тут на поддержке. Ты будешь у нас сюда. Блокирует. Ух ты, ой. Куда он топает? 24-е. 23-е, значит, я быстрее. Отлично. Ты давай приди и выбрать армию. Ускоренный марш и назад. На помощь. Тут у нас равнины, к сожалению. Тут нам не получится. Но у нас вроде бы защитные войска. Ого-го-го. Пошло по 1000, по 2. Нормально. Ну, у них, естественно, генерал лучше. Да, 6-1-6. Да. Все, разбили. Ну и потеряли. Блин, ну, генералы тут, конечно. Давай, отключайся и давай сюда. К Праге не подбраться. Она окружена всякими разными фортами и так дальше. Да, жаль, у меня здесь нету войск, я бы смог кого-то тут немножко потрепать. А, не отступает вообще куда-то. Далеко-далеко. В Пруссию, походу, дело. А я должен иметь доступ к Пруссии, ну, разве что попросим проход от Скандинавии, походу, должен прийти через Пруссию. Это, наверное, нет, наверное, нужно просить отдельно, скорее всего. Так что ты, чувак, стой здесь, а вот ты, чувак, мы тебе дадим генерала, ты пойди сюда. Вот он стоит, вражеская армия. Ну, пусть себе захватывает. Она все равно переходит под наш контроль. Форты, конечно, особо не... ну, не получили гарнизонов. Так, они там собирают армию. Будут вместе собирать, да. Ты давай, значит, будешь брать пока что пробку. Разделим напополам. А тут у нас что? Тоже крепость. Капец, капец. Везде крепости. Да, они там собирают 40 тысяч. Все, первая взята. Моравия. Есть доступ на Прагу. Так, ты будешь брать просто так. Ты тут остановишься. Все, пошли, враг. Враг пошел к нам. Значит, назад, назад. Все назад, все сюда. Хотя нет. Иди. Ты сможешь сюда пройти. Ах, черт. Черт. Плохо. Плохо. Отсюда тоже не хочу забирать. Ниоткуда не хочу забирать. Выбрать армию, ускоренный, давай на ускоренном, топай. Фух, успел. Так, уже можно напрямую.
Так, где? Вот здесь. Ну, канадцы, я думаю, разберутся сами. Еще вот эти. Потаватоми, им тоже можно объявить войну. Сразу. Так. Ну, тут еще помощь придет. Вроде бы должны справиться. Тут холмы нет. Нет, тут тоже равнины. Это здесь, наверное, холмы. Тут леса. Не понял, а где холмы? Где-то должны здесь быть. Ну, тут уже можно было и не добавлять. Так, очередной раз. Разбиты враги. И они отступают куда-то. Не знаю куда, но мы их будем преследовать. Ну, опять-таки туда, на север. Так, Тватоми разбиты. Тут соединим. Эта армия идет на Прагу. Не на Прагу, а вот сюда. Окай. Окай, окай. А ты вот идешь на Прагу. Окай. А нет, смотрите, оставили кусочек. Значит, нам придется туда топать. Третий уровень еще. Ну, могут же согласятся на белый мир. Смотрим. Заданьецо. Как всегда. Ну, вы поняли. Ага. Ага, еще нет, нельзя. Дип-технологии я не поднимаю, я берегу очки. Мне нужны для аннексаций наших вассалов, любимых. 84% минус. Тут, наверное, четвертый уровень уже. Да, четвертый уровень. Так просто их не взять. Так просто это не получится. Линц, отлично. Мы хотели провинцию. Сюда нельзя. Блокируют. Революция в земледелии. Рекруты, естественно. Так, войска подведем поближе. Что, куда они идут? Берлин, наверное. Нет, не Берлин. Нужно включать все подряд. Они вообще себе гуляют по нашей территории. По-другому нужно сделать эти крепости. Мне не нравится, как оно все работает. Так, это мы отдаем Номогэсену, да? Это у нас Канада. И тут тоже будет у нас Канада. Так что Грона объявляет войну. Канадцы должны пойти. Или кто... А, это... Новый Гессен пошел убивать дворян Канады. Супер. Мир пока что не будем предлагать. Тут они... Да, двинулись. Сами берут свою территорию. Так, тут враг осаждает. Ну, блин. Пусть осаждает. Что я атаковать не хочу. Хотя, почему? Почему? У нас рекрутов тонны. Можно атаковать одну армию, ничего из этого плохого не случится. Конечно, у нас защитные войска поставлены. Ну вот вам и результат защитных войск. Бьюдо, кстати, у них выше, но у нас тактика выше. Хоть и много и кавалерии, и всего, что хочешь у нас, все равно тяжело как-то воевать. Такое впечатление, что и он получает какие-то бонусы. Блин, а с Бреславу-то зачем было
уходить. Никто мне не скажет. Похоже, что никто. Так, значит, ты иди. Ты давай сюда, в Польшу. Так, снимаем. Снимаем. Уже не нужны. Тоже не нужны. Тоже не нужно. Просим проход у Молдавии. Опа. Валахия. Ну, должны справиться. Шесть шоков у их генерала было. Так, тут наши ребятки сами работают. Тлемсон объявил войну Испании. Да, жесть. Так, Потаватоми, мы вас аннексируем. Религию менять нельзя. Все. Ну хорошо, ребята, на этом завершим серию. Уже в следующей закончим войну против Богемии. Возьмем себе Дрезден и, возможно, еще какие-то пробы. Посмотрим. На этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Всем пока. Всем всего хорошего.